Спонсор данного ролика – CSGO Fast. Это один из первых сайтов CS-индустрии. Здесь большое количество различных режимов, огромное обилие подарков и розыгрышей. Ну и, конечно, прежде всего, это надежный сайт, который существует достаточно давно. Ссылку на сайт и на мой промокод в 1 доллар вы найдете в закрепленном комментарии. Что делать, когда ты зажат на шарту, а противники уже поджали все возможные позиции? А вот и первый смельчак, плюс один в мою копилку и минус уверенность команде врага. Этот молотов я брошу в мидл, для того чтобы нас не поджали спину, и у нас было больше времени для занятия плента А. Флешки от Авика для моего шоколадного тиммейта, под который он сможет безопасно выйти из-под дыма. Посмотрите внимательно на эту флешку, которую игрок с КТ решил накинуть своему тиммейту в пленту. А вот и сам тиммейт, сидит беззащитный, так еще и full blind. Блин, это очень обидный промах, я мог убить его, и мы бы остались двое против двоих. Я услышал двоих игроков на КТ, возможно, они захотят подсадиться. Прикрою своего мейта, пока он ставит бомбу. Уверенно смотрю прыжок от КТшника, ему нужно прыгнуть, чтобы собрать хоть какую-то информацию. Черт, он не прыгнул. Теперь проблема у нас. Нужно собрать информацию о третьем игроке. Бомба поставлена, а он еще ни разу не показался. Да, я смотрю. Ну же, ребята, сделайте хоть что-нибудь. Я знаю, что игрок с КТ рано или поздно подпрыгнет. Просто сделай это и дай нам выиграть этот раунд. Он прыгает. Лук. Муха. Ну а теперь, когда у меня есть информация о двух игроках, я знаю точно, я выиграю этот раунд. Я, конечно, понимаю, что глобалы уже давно не те, но на что ты рассчитывал, чувак? Секунду назад я убил твоего тиммейта точно так же. О нет, неужели это промах ценой раунд? Да. А, нахуй, лучше. Красавчик.